Мероприятие приурочено к Международному дню студентов. В нем приняли участие более 400 учащихся, которые обучаются в высших учебных заведениях региона. На этом мероприятии молодежные объединения представили свои организации и пригласили студентов. Студенты могут выбрать желаемые направления. Есть творческие, хореографические, литературные, благотворительные, дискуссионные организации. Сегодня в областном отряде «Думан» более 400 студентов. Кроме того, еще 200 человек проходят там подготовительные курсы. Организация готовит наставников для летних и оздоровительных лагерей. В этом году мы работаем более чем в 10 лагерях. Кроме того, мы участвуем в международных и национальных мероприятиях. Наши наставники проводят там тимбилдинги. «Думан» создан 7 лет назад. С тех пор мы работаем непрерывно. Наши подготовительные курсы проводятся 2 раза в неделю с сентября по май. Такие организации могут многое предложить молодежи. Во-первых, они могут выбрать интересующую их сферу и развиваться в нужном направлении. А во-вторых, эти объединения даруют ребятам интересные моменты студенческой жизни. Я пришел на это мероприятие, потому что люблю рисовать. Вот почему я хочу присоединиться к организации изобразительного искусства и дальше развивать свое творчество. В молодежных организациях нет никаких ограничений по возрасту. Достаточно энтузиазма в своем деле, заявляют организаторы. Василий Павлидиум, Сундакно Оразбаева, Журсон Умурзак, Кокше Акпарат.